Ребята, всем большой привет! В этом видео я вам покажу лайфхак с шапкой, а именно как добыть веревку из вот такой вот шапочки. Вот наша шапочка, она у нас вот такая вот, значит, панамка солнцезащитная, и видим, какое вот она, какого строения. Смотрите, край берем, надрываем и пошли. На выходе у нас с вами вот столько вот веревки. Смотрите, как много, ребята. Она очень легко от шапки, видите, я даже одной рукой могу ее отрывать. Нитка распускается, так как она была мокрая. А сама веревка очень крепкая. Смотрите, друзья, очень крепкая веревка. Я так не порву. Очень хорошая нитка. И, кстати, веревки получилось около 20 метров. А у меня вот такая вот тюбетеечка. Но если продолжить разматывать, то, конечно, это всего лишь край нашей с вами нитки. Как я уже сказал, получилось больше 20 метров. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео. Всем вам удачи, запоминайте такие полезные лайфхаки, действительно полезные, когда-то в жизни они вам обязательно пригодятся, друзья. Кому было интересно, смотрите другие мои видео, 5 лайфхаков для рыбалки, оружие из бумаги и лайфхак про теннисный шарик. Также подписывайтесь на мой канал, друзья. Thank you.